Ну чё, ну, обескуражил, ну получилось у меня вот это, ну эффект неожиданности, обычно там, здорово, дорогие друзья, сегодня воскресенье, вышибало, там пищу еще не понятно сколько времени, а тут сразу в дело, сразу настоящая вышибальная воскресная катка, здорово, дорогие друзья, с вами Вышибулкин, добро пожаловать на воскресную вышибальную серию по Forza Horizon 5, и знаете, стоп, это еще не все, готовы? 30 тысяч лайков, неделя вышибала. Опа! Ну, что скажешь? Ну давай, сделаем это красиво! 30 тысяч лайков, это не проблема. Мне кажется, это не проблема. Все! Всем приятного аппетита кушать, всем приятного просмотра. Это впервые в истории. Я начинаю сразу... Блять. Когда-нибудь я заебу здесь появляться, если честно. Пойму, что это все хуета. Но это когда-нибудь. Чисто в теории. Знаете, вот говорят, вот это... Миссисипи, как это? Homo sapiens, да? Они... Да опять заскамили! Да что за херня-то, я не понимаю! Да его не было тут никого! Меня это заебало, реально. Меня это бесит. Нет, ну разработчики, если вы отказываетесь как-то обновлять игру, окей, мы принимаем этот факт, но, пожалуйста, сделайте так, чтобы все сразу прогружались. Я не могу смотреть неправде в глаза, ну потому что... Что это такое? Дирижабль падает. Во-первых, он появился, по-моему, только то... Или меня заглючило, или дирижабль... Ладно, в пизду этот дирижабль. В общем, какой план? План предельно прост. Задать вопрос разработчикам, почему они не занимаются игрой и не добавляют что-то новенькое. Я вижу, что там дроп его по-любому заберут, поэтому они едут туда. Найти мини-экс-рейт и его обосрать. Не дай бог попадется мне Камара на 9 уровне. Значит, что еще забыл? Фунтик, ну само собой, да, как бы. Ну, не, ребят, реально, по факту Фунтик реально топ. Ну, то есть, вот все разы, когда я на нем проигрывал, это как бы, ну, я виноват. Ну, реально, ну, бля, моя оплошность. Вот, ну, серьезно. Потому что Фунтик не может ошибаться. Эта машина создана, я не знаю, просто, понимаете, ну, людьми с золотыми руками. Просто golden hand made people. Просто вот как корпорация, бля, что-то самого порвало. Ладно, все, на самом деле, о, в кустах, смотри, ну, по-любому. Давай так, четвертый уровень, чувствую. Да переключай ты уже, ну, кикдаун, бля, давай быстрее. Блять, на третий едет, блять. Смотри, четвертый ли... Ну, третий минимум, четвертый максимум. Вот где-то так, давай. Воскресенье сегодня. Шестой, блять! Нихуя себе в кустах! Чё обычно в кустах можно найти? Мужика, который сыт, а я нахожу позже 959. Вот это, понимаешь, ну везет по жизни. Ну, реально бывает такое, бывает. Особенно вышибать, ну, прям вот, ну, прям фу-фу-фу. Чё фу-фу? Ничего не фу-фу. Фиф-фиф-наф, блядь. Это фунтик, блядь, ёбаный, блядь. Чё ты ругаешься-то? Не ругайся, блядь. Ладно, все, молчу. Так, все, едем побеждать, потому что воскресенье. Я понимаю, что предыдущая серия, которая вышла в четверг, да, насколько я помню, это пиздец. Если кто-то не смотрел, ну пиздец. Это реально самая угарная серия. Непонятно опять, что происходило. Не вообще, просто даже вообще, ну все. Все, я потерялся вообще конкретно. Так, подожди. О, едет кто-то. Ну-ка. Да не, ну пацаны, ну стойте! Не надо между собой гоняться, я. Пожалуйста, иди сюда. Блять, это что за, блядь, корпорация Тесла тут, а? Завод Теслы проехал. Подожди, что это такое? Они, блядь, ну, мужики, ну, стойте, не надо, не начинайте. Оно вам не надо. Оно вам, нет, не надо, мужики, пожалуйста, ну, не надо, не начинайте. Нет, пожалуйста, я буду самым, пожалуйста, блядь, оставьте его в покое. А, блядь, да ёбаный в рот, ну, у меня что, время резиновое, что ли? Я не понимаю, чё оно, блядь, у меня что, часы от Дюрекс, блядь, или что, я не понимаю, нахуй. Блядь, туда-сюда. Не, я хочу побеждать, нахуй. Они, блядь, тут надо мной издеваются. Я нашел машину, никто не... О, еще один. Ну-ка, иди сюда. Хватит искать машины. Хватит, тебе они нужны. Не нужны тебе машины. Не нужна тебе такая машина, брат. Поверь мне на слово. Иди сюда, говорю тебе. Блядь, можно сегодня покататься с кем? Я готов со всеми. Остановился, смотри, красавчик. На чем ты? О, седьмой! Такой уверенный в себе молодой человек. Смотрите на него, а? Такой в полном расцвете. Знаете, ну вот, жизнь успешного пацана. На Каене катается так-то, да? Не каждый до Каена-то добирается в свои года. Какие года? Да похуй, ну, в смысле, ты же имел в виду, что, типа, парень молодой, откуда ты знаешь, может, там мужик и 60-летний играет, как бы, уже реально успешный, как бы, ну, по жизни, состоявшийся. Может, у него там семья уже, как бы, и уже внуки. А ты, как бы, говоришь, что пацаненок какой-то, типа, добрался до успеха. Ты либо, блядь, ты по факту делай выводы. Не надо тут, знаешь, фактами бросаться. Бля, ну я просто предполагаю. Ты еще его, блядь, ты понимаешь, там, может, человек заряженный. Он сейчас, блядь, панику тебя вычислит, скажет, блядь, нихуя себе, блядь, найдите этого, блядь, сынка, нахуй. Какого сынка? Ну, я сынок для него, скорее всего. Так ты только что сказал, что он пацаненок. Ну, блядь, ну это я предположил, что он пацаненок. Он чисто в теории может быть мужик, блядь. То есть мы же не знаем, кто он. Ну, не знаем.
Ну так и все, ты прежде чем, блядь, базарить, ты сначала, блядь, подумай, ладно? Ладно, все, больше не буду так. Ну точно, да? Да, все, больше не буду. Все, давай тогда. Че, давай, мы по телефону, что ли, разговаривали? Не знаю, блядь, мы с тобой вообще, блядь, не существуем. Блядь! Нет! Нет, блядь, ну нет, я справа обойти хоть! Нет, я не могу так обосраться, блядь, Каен! Каен, блядь, пожалуйста, ну ебаный Каен, ну нет, 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 джунгли, пожалуйста. Он врезался, он врезался, он врезался, он врезался, он врезался. Блядь, я не смотрю на карту, мне похуй. Я впереди. Все, 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 джунгли зовут. Бля, когда. Блядь, сразу вспоминаю свой первый секс. Тоже пробирался так же через джунгли, блядь, к тому самому месту. Так, ладно, все. Это так, чисто мысли вслух. Все. Фух! Бля, надеюсь, он меня не отпиздит. Надеюсь, что это все-таки был обычный пацанчик, который точно так же, как я, играет в игры, а не просто какой-то заряженный чел. Хотя, кто знает, знаете, вот так вот в интернете все... Так, Каен или Феррари? Не буду брать чужие. Не буду брать чужие. Бля, вдруг заряженный чел, реально, бля, отпиздит еще меня. Я боюсь, бля, не надо бить. Ну, я боюсь, вдруг ударит по голове еще, не дай бог, бля. Фингал потом будет. Не, нахуй оно надо. Я как бы, ну вот так вот в интернете играешь, да, а хер пойми, кто там против тебя играет, бля. Может, там, я не знаю, ну, блядь, может, кто угодно играть. Ну, вы когда-нибудь об этом задумывались? Может быть, блядь, Петя из 5-го класса, а может быть, блядь, Петр Сергеевич, нахуй. Из 5-го, блядь, класса по дзюдо, нахуй. Ну, ты уже как бы не угадаешь. Поэтому, интернет дело такое, блядь. Поэтому надо быть аккуратным. Я чужое не беру, нахуй мне. Это Каены чужие, блядь, я на своем Феррари, блядь, поезжу. О, кто-то едет ко мне. Иди сюда. Уверенный, смотри. Значит, что-то какая-то пиздатая тачка, я так понимаю, у него. Арина, блядь, стрикинг. Где он? О, ты смотри, загудел, блядь, 5-й уровень. Блядь. Тихо, мне так нравится, вот я не понимаю соперников своих, почему они считают, что я всегда знаю, где финиш. Почему он сейчас на уверенных просто движениях ехал туда, куда еду я, если финиш оказался в другой стороне? Да, своего мнения нет, походу, да? Подожди, сейчас я допишусь, наверное, со своим мнением, блядь, или не мнением. Бля, я, пожалуй, выйду на дорогу. Джунгли, блядь, это дело такое, лучше по дорогам перемещаться. Тут змеи, блядь, пауки, скорпионы, в пизду, блядь, эту всю... непонятную нечисть, я лучше аккуратненько вот здесь проеду. В принципе, вроде шансы у меня имеются еще. Блять, он там, по-моему, выехал из джунглей. Тихо. Левее беру. Давай, Саня, давай, по прямой, нахуй, Саня! Саня, ебаш! Саня, блять, ебаш, пожалуйста, ты не имеешь права, блять, Саня. Саня! Он слева, блять, там... Ну, давай. Как потно! Чувствуете? Чувствуете этот пот? Он стекает. А, забивает мне поры, потом прыщи. Все, блядь, пизда. Я пошел, блядь. Нет, ну, блядь. Ну, не комары же, ну, ебаный в рот. Ну, какой пиздец. Лучше мини. Не, нахуй, мини не лучше. Блядь, комары за L1. Такая хуета. Просто. Как можно было придумать такую хуйню, я не понимаю. Просто. Зачем ее вообще добавили в эту игру, я не понимаю. Зачем, блядь? Ну, для кого? Ну кому она здесь? Она нихуя не едет, она не спас. Ну это не вышибальная машина, она в целом-то не очень. Так еще и здесь чувак стоит что-то. Привет, братан. Что случилось? Походу знает, где финиш. Че, блять, почему? Я просто увидел, как метры сокращаются. А что он-то? Он что, контейнеры открывает, что-то в КРМП? Или что, он там около, он в контейнер уперся и все, блядь, и стоит. Я же говорю, кого только не встретишь, вот так. Вот надо быть аккуратным, Аккуратно, блядь! Тихо! Комара, блядь, ладно, все. Выполнила свою миссию, просто, блядь, это повезло, бро. Это просто повезло. Я не знаю, что было бы, если бы сейчас был какой-нибудь нормальный соперник, ну, в том плане, который умеет играть, и который еще бы ехал бы на машине какой-нибудь заряженный, это был бы пиздец. Нормально. Жук — это хорошо. Вот этот жука на жук, как говорится, да? Начинал на жуке, закончил на современном. Но надеюсь, что не закончил, на самом деле. Вот в чем самый главный прикол. Так, подожди, соперник едет навстречу. Я думаю, что финиш все-таки будет в другой стороне, поэтому я делаю... А что такое? О! Комаренок, блядь! Куда 100? Подожди, я не понимаю, куда 100 пока. Понял. Я так и предположил, блядь, на самом деле. Я так и подумал про себя, что, сука, сейчас будет финиш, но в аэропорту, по-любому. Потому что здесь тоже работает эта херработина. Конечно, не как тот баг, блядь, который в этом самом... на горе. Ну, который как раз-таки в предыдущей серии в том числе мы с вами тестировали, а... Так, тихо. Тихо, блядь, тихо, сейчас, это лучший способ, реально, я лучше здесь выебываться не буду, здесь очень много всякой травы, всяких деревьев, я лучше, вот, все, блядь, комары, там, блядь, он, по-моему, еще не тронулся даже, как бы, но это комары, блядь, одним словом, я не понимаю, эта машина просто, ну, блядь, ну, не понимаю ее,
Я понимаю, что есть фанаты Камара, пацаны, я как бы ничего против, я ни, чужие вкусы не обижаю, но просто для меня это, ну, я не понимаю эту машину. Мустанг и топ пизжи, блядь. Ну, Челленджер прям вообще топ. Мустанг, ну, блядь, ну, не знаю. Ладно, все, молчу, молчу, ладно, а то не хочу никого обидеть. Это мое мнение, я его себе должен в задницу засунуть. Как, в принципе, и другие предметы. Все, тихо, 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 не будем, а так скажем. Опа, блядь, сука. Да, наборчик, конечно, сегодня, мягко говоря, не очень. Учитывая, в какой локации я нахожусь, ебучие, блядь, джунгли. Ну, надо что-то делать, я не хочу в финал уходить на Центенарио, время вроде как еще имеется. Вот тут соперник стоит на краю зоны, он, я так понимаю, выжидает финиша. Красавчик, блядь, конечно, умная тактика, ну, че, блядь. Смотри, смотри, смотри. Смотри, 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 стоит, стоит, стоит. Сейчас, 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 сейчас мы что-нибудь попробуем, блядь. Сейчас я довыебываю. А, уехал, уехал. Куда поехал, стопэ? Полиция Майами, нахуй! Стоять, нахуй, блядь! Куда поехал? Смотри, смотри, поехал. Не, выжидал финиша. На чем он там, мне интересно? Смотри, ебашь-то нормально, блядь. Подожди, 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 я тебя догоню. А-а-а, вот это хуета! А, ну правильно, машину 10 уровня получил. И такой типа боится. Куда? Блядь, не туда. Пока. Пока, мужик. Я как бы за гонки, а не за то, чтобы халдить где-то, что-то там выжидать. Мужик, пока. Просто не надо так делать. Ну просто запомни, ну реально, нехорошо. Просто нехорошо, просто запомни как бы, ну реально. Ну в следующий раз лучше не повторяй эту ошибочку, реально как бы, мужик, по факту. Ну реально говорю, ну уже не надо. Ну уже не надо, ну это здесь другие ребята. Здесь другие правила. Здесь вообще, ну как бы, своя атмосфера. Ну в натуре, ну согласитесь, ну как бы, ну что он там выжидает? Чудо, фунтик. Все, 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 я кончил, все, 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 все. Не имею права, не имею права, либо тварью буду. Ну, блять, сказал громко, но уже надо пукнуть тихо, как говорится. Так, все, тихо. Значит, фух, давай посмотрим. Я не против погоняться, если вдруг кто-то там что-то хочет. Я как бы, я не буду сейчас халдить. Я, ой, бля, какая блевотина, блядь, смотри. Насрал кто-то, блядь. Кто-то насрал просто передо мной. Мини, блядь, багги, ну это пизда. Так. А, нам надо, если что, сразу к городу. Ну давай, нет, там мужик стоит. Я буду сейчас, я же только что как бы, да, такой типа, а, подожди, нет, он готов гоняться? Я готов. Куда финиш-то будет, блядь, он может быть назад. Значит, довыебываюсь нахуй. Поедем? Блядь. Ебать, круговорот воды в природе. Так, тихо, 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 тихо. О, я тоже был почему-то, вот сейчас я реально был уверен, что финиш может быть там. Реально был уверен. Блять, опасная хуйня. Но я несу. Фунтик! 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 Нет! Нет! Блять, это я! Это я, это все я, это не Фунтик, это я. Я поспешил, я предал его, блядь. Я Фунтика обидел. Блядь, это я косорукий, блядь. Я косорукий, пиздец, поспешил, я испугался, этот мост. Это я, пацаны, это моя ошибка. Это моя ошибка. Блядь, это обидная хуйня. Блядь, ну я не засал. Я несу, я никогда несу, я не понимаю просто этого, халдить, я мог халдить, точно так же спрятаться, блядь. Head-to-head complete, конечно, блядь, я-то нахуй пошел и можно теперь head-to-head complete, блядь, делать, конечно, естественно, блядь. 30 seconds, блядь. Блядь, ну это я реально не справился с управлением. Ну по факту. Ладно, друзья, я надеюсь, что 30 тысяч лайков наберется без проблем. Ну как бы, я надеюсь, да? Ой, я взял старый геймпад, случайно перепутал. Вот. И мы уже завтра увидимся, получается. Но это все зависит от вас. Ну реально, как бы. Я уже сказал свое слово, как бы. Я не против. Очень даже не против. Это будет, мне кажется, довольно-таки неплохо. Поэтому давайте сделаем красиво. Давайте сделаем красиво. Фух. Ну реально, я... Простите меня, я подвел. Ну реально. Фунтик, бля, красавчик. Ну я просто... Ну просто не справился реально с машиной. Ну мощная машина, блядь. Ну, блядь. Блядь, чуть не писал, блядь. Пиздец. Блядь. Ладно, что было, то было. Если будет неделя вышибалы, то нас еще не такое ждет. Огромное спасибо всем за просмотр. Оцените видосик. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.